В Уральске закрыли сбор средств для маленькой Фатимы. Ребенку с редким тяжелым заболеванием окажет помощь Фонд народу Казахстана. Сейчас родители ожидают поставки лекарства. Возможно, на жизненно важную процедуру девочку будет необходимо везти в столицу Казахстана. История маленькой Фатимы сегодня знакома практически каждому казахстанцу. В возрасте 9 месяцев ребенку поставили страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия. Это редкое генетическое заболевание, поражающее участок нервной системы, при котором происходит поражение всех жизненно важных органов. Для лечения этого заболевания девочке требуется укол стоимостью в 1 миллиард тенге. Собрать средства пытались всеми силами с помощью благотворительных организаций, но сумма оказалась слишком большой. Денег хватало только на приобретение аппаратов, поддерживающих удовлетворительное состояние ребенка. Сегодня Фатиму может спасти открывшийся фонд народу Казахстана. Оттуда родителям пообещали выделить средства на лечение малышки. Огромное спасибо фонду народу Казахстана. Нам пообещали выделить средства для лечения нашей Фатимы. Миллиард – это огромная сумма. Не знаю, когда бы мы ее собрали. А время для нас очень важно. Возможно, для того, чтобы сделать жизненно важный укол, малышку нужно будет отвезти в Нур-Султан. Родители пока точно не знают и ждут ответа. Но ясно то, что сегодня их жизнь вышла на новый уровень, с твердой надеждой на то, что жизнь дочери удастся спасти. Марина Горбук, Виктор Прутков, Рустам Джумашев, ТДК-42.